Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. Арслан, сделай так, пожалуйста, мне для клипа надо. Можешь попробовать, ладно. Нежить один. Почини Саши Нита, чтобы получить монету на следующий ход. То есть сейчас мне монета ничего не дает, у меня было бы 5 монет, левел 104. А вот на следующий ход у меня будет 5 монет, и плюс отсюда батлкрай 6 монет. То есть ты можешь купить 2 существа и ничего не продавать. И все, из того, что предлагалось, оно будет сильнее. Тут точно забираем. Мне кажется, на следующий ничего не делает. Мне кажется, как будто надо поддержать тебя. Ну, это Сидор Гос, она сейчас с обилки будет забирать существ, которые забафала через морозку свою и... Забейте, никак не справится. То есть я должен ставить на стол, почему? Потому что ты должен следующий ход работать, день здоровья дать, а тебя вообще смысла никакого. Ну, один бы, наверное, сократил на это. Фигня. Еще один такой мурлок есть. И можно в руке что-то подержать. 9 существ продайте. О, купите на злопасности? В идеале. Не, все равно его заберу, просто я думал, через что у нас в итоге получится поиграть. Через что в итоге сетап будет. Два проу. Что, продать карты, что ли? Нет. Это точно не два проу, это либо обилка. Забираем разведчика, ставим его, продаем. Забираем там, пытаемся найти, может, музыканта. Поставим левел после этого. Либо... либо сделать то, что сделали. То есть одно из двух, наверное. Ну, проявим, что лицо у нас теряется прям нормально так. Чат. Вообще должен, наверное, тебя на стол поставить. Ты, конечно, пофиг, что ты бафаешься. 2-2-2, ребят. Садись, 2-2-2. Что там у тебя? Матрона, жопа вонючая. Матрон неплохо для меня, но... но фак. Хотел бы не шестой дроп, конечно, забрать. Я думал, что он шестерку сидит, лутает, а потом будет через дуэт ее копировать. Так, и сейчас, там еще один трек, получается, за баллы остался. Последний трек, ребят, последний трек за баллы ставлю. Все треки, кроме одного, проиграли. Поехали. Так. Матрону точно заберу. Что-то еще буду забирать. Это происходит. Это происходит. Эти мурлоки не особо нужны. Точно левелапаем. Наверное, нет. Наверное, мы так сделаем. Не трогайся! Ты, наверное, получше. Та штука пара, но ну, пофиг, давайте так. Вот это вот мы. Какой еще дымит? Где-то у меня в никнейме дымит. Он мне шестой дроп принес просто на блюдечке. Который офигенно мне заходил. Такой офигенный был бы шестой дроп. Я, конечно, получил вас обилки, но я хотел две штуки забрать. Меня подставила. Она меня подставила. Что значит дымит? Мой никнейм нет дымит. Нежить 3. Нежить 3, ребят, означает, что он играет там с нежитью. Так, ладно, обилка происходит. Продажа этой штуки. То есть мы тебя точно берем... Продажа полагает и штуки. Что-то сейчас поставим. Голка мне рожденного поставим. Только куда поставим? Есть смысл на безрукавку ставить? Что думаете? Гениально. Это так, мы играем просто. Можно чашку поставить, забить, поставить игнепопик, а тебя подержать на нубарака условного. Если у нас будет нубарак. Верни баллы, а не верну баллы. Это мои теперь баллы. Теперь это мои баллы. Расскажи, пожалуйста, что такое улькосос. Улькосос это как сосулька, только наоборот. Зачтите наши баллы. Буду сидеть на горе из баллов. У него вообще... такая штука есть, что на самом деле можно было отсюда попробовать. Вот я просто что-то поставлю, подолайвал. И, наверное, это я тебя поставлю.
тоже точно не буду. А я не знал, что только Стас Сосулька, он теперь всем, пушит. Кстати, играет мой гимн канала. Вау. Ребят, не видитесь, сидите. Сидите, не видитесь. Ребят, сидите, 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 не видите, сидите. Так, некий Гаддэм, это спасибо за 100. Это тот странный трек, да? Я не помню, его просто раскипал. Я помню, что это странный трек, но не помню, его скипал или нет. Так, короче, осуждаю трек на всякие пожарные. Да что там играет? Сейчас посмотрим, мне надо... Голован. Давайте мы, пусть будет Голован. Так, короче, все осуждаю, что там, там, не знаю, есть, погнали дальше, сейчас, секунду. Тут мне надо жесткие мувы сделать, жесткие мувы, ребят, жесткие мувы, тут жесткие мувы, жесткие мувы. Еще басажабр, давай на стол поставлю, так, плюс басажабр, минус. О, МГ, о, МГ, о, МГ, о, МГ, о, МГ, о, МГ. Приценков не можно давать, да, ну и хрен с ним. Что-то слишком стрелён, кажется. Но это моя единственная стенка, больше ничего нет. А я слишком много карт получаю, бестолочь. Зачем тебе релак? У тебя под золотым браном слишком много, я... Неважно, эта штука карты не даст. Все хорошо. Ну я получу одну карту. Есть. Сейчас, сейчас, ребят, карта уже здесь, карта сейчас будет. Карта почти на месте, ребят. Карта. Все, я уже чувствую карту. Ох! Представь, что карту дали. Жадность? Нет, мы отлично сделали ход. Ход просто был замечательный. Мы получили все два счета ввода, мы полностью переобулись. Мы за один ход просто... Стали жестко перфекты. Единственное, что стенку тебе зря дал, но это мелочь. Учитывая, какого качества был ход, это абсолютно не важно. Так, есть смысл вообще, кстати... В обилке нет, да?
допустим. Допустим, ладно. Форный ход, ну я так забрал. Пассажабра нашли, вот это вот важно, вот это здорово, вот это вот, вот это вот. А, он там скопировал, да, уже. Надо было дед навести. Он получил его триплет? Надо было змею, наверное, все-таки забрать, да? Змея была чуть получше, потому что она дэмэдж носила. Он забил все шестерки мои! Так, Савазор, спасибо тебе за подписку, спасибо за 22 месяца. Чистый плавник. Ну, мне так важно, что здесь. Нежить 4 вообще можно по сейчас забрать, прошу, нежить 4. Так. Ну, на самом деле, эта штука, да, усиление хорошее. Каждый он тупит. Ты про что? Если ты про трепет этой штуки, то она мне была не нужна. Мне больше будет прокрутить. А билка? А что меня билка дает? Пираты? Так я же не пойду пиратов. Или ты хочешь именно Мурлока забрать? А у меня будет вообще место достаточно для под Мурлока? Я могу поставить продать, но как будто я должен тебя оставить на стол. Я не уверен насчет Мурлока 9, что это верным. Мы можем его забрать, попробовать. Погнали, ладно. Продать, наверное, где-то. Даже с одним боевым ключом поиграть просто. Даже раньше все равно срабатываешь нормально. Он первый сработал. Хиквейт. Почему они слева направо не сработали? Подожди, почему не слева направо? О, басажабр. Ребят, как ордер работает с этой билки? Он рандомно, что ли, получается, идет? То есть на прошлый ход стоял тоже на последнем слоте, да, он, наверное. Тут нет такой штуки, как с дуэтом. Раньше ставил, нет, он после каждого файта такие штуки обнуляются. Поэтому здесь... по идее, неважно. То есть я пытался придумать, как... Какой вообще в этом смысл? Ну или как, да, абсолютно рандом. Я могу тебя продать. Блин, просто эта штука стенка может быть. Ну ладно, пойдет. В РГС не происходит, да, получается? Стенка бабл, когда я эту штуку нашел, вы чё? Ну хорошо, ладно, заберу. То есть продал, поставил, но тебя чуть не хватает. Я могу залочить, продать себя и тебя просто поставить. Ну что на следующее уходит? Бран, что ли?
Просто кого, наверное, поищем. Не подпевает, конечно, не подпевает, ребят. Да, он все время первый срабатывает. Хотя он стоит последнее. То есть, я думаю, абсолютно рандом. А погодите, а было такое, что срабатывал вначале ты, а потом только ты срабатывал? If I risk it all, could you break my fall? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. Пим-пим. Она его блочит. Где он сидит? Пусть сидит, что не так-то? Это чувак Бабл. Я мурлки уничтожили. Теперь надо выжить. Надо выжить и патчить, затянуть. Ты, наверное, слабее, чем ты, кстати. А? Да не нужно от него отказываться, я скорее от него откажусь. У него хрипы много раз срабатывают, он жопа вонючая. Ладно, мы забираем. Вообще мне твой трепет не нужен. Ладно, заберем пассажабра, пойдем дальше. Что у него там есть, я скорее всего, ну то есть, если мы будем затягивать файт, то мы его осилим. Такой есть для нас, Басажабра есть, две карты офигенные. Ты тоже есть, но... Четыре карты у него в руке, что из них призывается. У меня золотой Басажабра, быстрый Басажабра, но сейчас у него... Пух-пух-пух-пух-пух. Все призывается. Отснайпил самую большую карту. Мы тоже неплохо снайпим. Минус яд. Оупс. Ну ладно. Так, я у него сейчас забираю. Теперь можно продавать и Брана. То есть под Брана прокрутится между Меха Джараксис. Смотрим, короче, смотрим. Стенку нужна. Попробуем так начали найти, да, что-нибудь прикольное. Nope. Yes.
Вообще, да. У него квест лучше, но... Нужно просто количество басажавров перебить. Слушайте, у меня есть врагорез. Я тоже могу Лерой на первый слот поставить просто. Если я ставлю врагореза... Фигня, я тоже думаю, что, наверное, фигня все-таки. Тоже думаю, что какая-то фигня. Может, залочить Лероя, чисто Лероя собрать, кстати, и потом на следующий еще Лероя забирать. Вот, забрал врагореза. И хи-хи-хи-хи-хи-хи. О, нет. Фак. Надо было бы поставить на второй слот. О. Так. 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 Так, хорошо, 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 допустим. Допустим, допустим, это когда закончится. Почему идти? Мне надо, чтобы она призывалась. Мне надо, как будто, чтобы она призывалась. Что думаете? Зачем? Ну, чтобы в конце она выходила. Там у нее в конце выходит 7-1, которая... То есть, все забивается, большие тушки. А потом, чтобы последняя она призывалась именно. То есть, мне нужно освободить руку, скорее всего. Так она и последней призовется. Чтобы овер одного Лероя, типа того. Сейчас пока фиг знает, ребят. Думаю. Ну-ка пока так. Почему это он чисто как стенка играет и хорошо играет как стенка. Надо ставить, короче, басажабров уже раньше. Через яд ударил. Ну все, начинается матрешка. Да, но у меня тоже есть клипы, то есть у меня сошло не одноразово призывается. Сколько здоровья? Два здоровья. Отпустите домой, пожалуйста. Дядя домой, отпустите. Я не Лерой, могу забрать. А, не могу забрать, хорошо. Ривендер, Ривендер, Ривендер. Так, 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 так. Я тоже могу сделать, да, басажабр, который призывает басажабром. То есть мне басажабр призовется отсюда, то я в руке подержу. То есть мы делаем так, я забираю Лероя и... То есть тебя и тебя забираю, верно?
Ну, расчетка, смотрите, ставлю этого Лероя, допустим, на первый слот. Басажабра в руку. Кого? О, бабло все раздает, кстати. Ну, блин, квест сильнее. Вот это вот проблема. Но он тоже не может найти больше басажабров. И у него весь стол призывает, который бабло получает. В яд. На второй яд. Что с тычками? Ха? Ха? Ладно, я правильно сделал, правильно поставил, но это просто жесть, конечно. Она не достойна делать такого профита бублерша. Я просто им пассажа просто... Это просто жесть, ладно. Ох. О, 900 хп, или сколько там у него было хп? Ё-моё, вообще... Просто в яд в одного, яд второго, это просто жесть. Какой сфере зарешал? Да тут зарешал именно яд, то, что бьет больше, самые большие карты. Я думаю, просто перес... Он, ему надоело, он такой, все, хочу этот лучший тычки. Сколько у тебя там, басажабры все стоят на столе? Нет, я хочу сюда ударить. А потом, нет, я хочу сюда ударить, а ты атакуй моего басажабром. То есть там, идеально файл для него прошел, к сожалению. Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещение. Есть.